Луч света в пенаты областного правительства не проникнет. Губернатор Михаил Мень отказал телеканалу НТВ в интервью для программы Светланы Курицыной. Принимать участие в звездной вакханалии, которую учинил скандальный канал вместе с нашей землячкой, главе региона не под стать. Отказ Михаила Меня в Твиттере одобрили многие ивановцы. Также пользователи сети предлагают запретить Свете въезд в Ивановскую область. Прозвучало предложение, чтобы хотя бы губернатор поприветствовал Светлану и пожелал ей удачи на НТВ, чтобы восхитился тем, что она попала в эту телекомпанию. После чего я губернатору сообщил о данном предложении, и губернатор отказался от интервью. Это бывает крайне редко, потому что мы чаще всего соглашаемся на любые интервью для любых телеканалов. Но в данном случае волна негатива, которая присутствует среди ивановцев по отношению к героине этой передачи, оно все-таки, скорее всего, повлияло на решение губернатора.